я думаю, здесь находится источник этого прудика, родника. А здесь вот людские постройки, что тут такое, я не знаю. А вот вода здесь есть. Я, конечно, не спорю, возможно, это закрытая территория, но заборы здесь, он только по одну сторону, и табличек нету. Вот. Попробую подойти ближе, стараясь не привлекать внимания. Так, я узнал, что вода там сильно идет. Откуда она, из-под земли, не из-под земли, не знаю. Вот, там была открыта дверь, я долго стоять не стал. Мне проблемы не нужны. Но я так не нашел ответ на вопрос, почему же начинают высыхать эти лужицы. Сейчас я сделаю круговую такую панораму. Вид. Наш Донецк. Вот. Все поляна, луга тут.